На лыжню приглашают малышей. Соревнования для будущих чемпионов под названием «Гулливер» пройдут уже в эту субботу, 14 марта. Если вашим детям не больше 7 лет, приводите их на старт. Участников ждут на стадионе «Тумусинец» с начала забегов с 11 часов. Каждый спортсмен на финише получит медаль. Эти соревнования традиционные. В прошлом году присоединились к празднику 114 малышей. Самым юным лыжникам едва исполнилось 1,5 года. Конечно, посмотреть на шоу всегда приходит и много зрителей. «Гулливер-2020» наверняка не станет исключением.